сделаю из тебя подарок моим девочкам. У него... А вот... Голубки! Сегодня у меня разболелась голова, и на сей раз не отныть я этих шлюшек. Так что, конечно, я отправился в кабинет залить мозги алкоголем. А там, на полке со спиртным, бутылка вина для причастия от моего драгоценного братца Саймона. Ну и, понятное дело, год на этикетке — это код доступа к нему. 1919. Надо будет пропустить это чертово вино через организм, чтобы было что послать ему в качестве ответного подарка. Вера, Дельта. Она живет в нас и помимо нас. Дэниелу Уэлсу ее не хватало. А у отца Саймона Уэлса... Хватит на двоих. Верующие не умирают в страхе, как это сделал ты. Мы принимаем мученичество. Сюда! Так,
По ту сторону этого перекрестка другой конец аллеи. И насосная станция, которая нам так нужна. Как раз там и живут отец Уэллс и его обалдевшие от Библии проповедники. Идем, папа. Он близко. Дьявол у тебя на пороге. Саймон, Дэниел мертв, убит. Ты слышишь его молитву о справедливом возмездии? Тебе отрубили ток. Ты взаперти, пока не включится аварийка. Я попробую помочь. Проверь пневмопочту. Знай же, зверь, тело Дэниела остывает, но его душа пребывает с детем Лэм. Ты будешь гореть в аду, отправленный туда скорбящим братом невинно убиенного. Тебе навстречу, зверь, и имя ему Легион. Спасение! Тебе не удастся отнять у нас наше состояние! Драться хочешь? Сначала ты, потом ты сгорись! Погоди! Молодчина, парень. Я думаю, ты уже близко к подземному убежищу Саймона. Теперь спускайся к насосной станции номер 5 и начинай осушать парк. У меня в вагоне уже почти не осталось кислорода. Уверен, ты не хочешь, чтобы наше партнерство так быстро закончилось.
близко. Спроси себя, Дельта. Для тебя, пострадавшего сверх меры от рук таких, как Райан, какова цена рая? Что нужно отдать, чтобы покончить с болью, с грехом? Мой ответ — Элеонора. Yeah!
создание династии может стать довольно утомительным занятием. Светится. Кто присматривает за спящими ангелами? Это я. Синклер, мне плевать, как ты это сделаешь, но Лэмп необходимо изолировать от народа. На самом деле, я бы и тебя с радостью куда-нибудь убег. Скажу прямо, я больше не желаю видеть на улицах города Лэмп проповедующие свои рожденные в воспаленном мозгу большевистские мечты моему народу. Похорони память о ней, Синклер. Похорони и покончи с этим. Отпусти! 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 Ah!
папочка. Я достану тебя. Ты хочешь? Это моя, мое позволю. Какие? Последователи Лэмп ослеплены ее обещаниями, однако очевидно, что это ее религия, искусный фасад для какого-то безумного научного эксперимента. Она превращает этих девочек в рабочих пчел, доставляющих для нее вещество в лабораторию Лэмп, Фонтейн Футуристикс. Я должен ее найти. Я слышал, как сектанты называли Александра паромщиком. Закончили?
пожаловать в цирк ценностей! Оглушай противников на более длительное время. Зарядись и пускай в них молнии. Устанавливай ловушки для ни о чем не подозревающих противников. Заманивай их в засады.